многое видел и слышал старый Арбат. Словно из глубины веков донеслась сюда русская народная песня пензенских крестьян. Так и сейчас еще поют в селе Канаевка. Что же привело этих удивительных певцов на избалованный современными зрелищами Арбат? Двенадцатого августа Москва распахнула занавесы концертных залов и городских площадей для необычного праздника. В Центральном парке культуры имени Горького на Фонтанной площади открылся первый в нашей стране международный фестиваль фольклора. Главными организаторами его стали Министерство культуры СССР и Советский комитет Международного комитета организаторов фольклорных фестивалей. Где, как ни на фестивале истинно народного искусства, обменяться духовными традициями, которые создавались веками, бережно сохранялись и дошли до наших дней? Россия первой принимает фестиваль. Через два года фестивальную эстафету подхватит Украина. Он пройдет по всем 15 республикам страны и вновь вернется в Москву через три десятилетия. Этот яркий праздник, родившийся под знаком десятилетия культуры, объявленного ЮНЕСКО, собрал в Москве исполнителей музыкально-песенного и танцевального фольклора из 20 стран мира. Фольклор питает своими корнями искусство всех народов. Звонкоголосая певунья, народная артистка СССР Мария Мордасова приветствует гостей фестиваля. У каждого народа свои песни, свои танцы, свои мелодии. И именно они, сокрушая границы и различия культуры, объединяют всех людей Земли. Подхватывая песню другого народа или танцуя под незнакомую мелодию, разве можно утратить собственное национальное достоинство? Вот пастух из Туркмении легко попал в такт народного английского танца. А пышный наряд американских индейцев вписался в яркую палитру костюмов других народов мира. Кубанские казаки и негритянские музыканты из Нью-Йорка. Девушка из Прибалтики и танцор из Узбекистана. Всех их собрал праздник фестиваля в один хоровод.
да расходилась, а и не синее море да сколыбалось, а и как много народу да собиралось, а и как много людей да соезжалось. Земной поклон вам, гости дорогие! Добро пожаловать на землю московскую! Приглашает хозяйка фестиваля Людмила Рюмина. Мирного вам неба, теплого хлеба, чистой родниковой воды, чтобы не было беды. Добрая традиция родилась на сцене Зеленого театра. Каждая республика представляет своих зарубежных гостей. Танцоры Таджикистана выводят на сцену фольклорный ансамбль «Кампучии». Движение литовского танца закружили гостей из Монголии. Народов Крайнего Севера, живущих за полярным кругом, звуки бубнов перекликаются со звуками барабанов индейцев из штата Монтана. Гостеприимство многонациональной советской страны тронуло и гостей, и участников фестиваля не только во время дружеских встреч, но и на подмостках сцены. Где, как ни в народном танце, важны и согласованность движений, и тепло рук, и ритм сердец. Так и добрые мысли должны объединять людей не только в песне и танце, но и во всех делах. У каждого народа свой характер и темперамент. В музыке, песне и танце всегда звучит добро. Почему же на земле нашей так много еще межнациональных распри? Как хочется людям в разных уголках планеты любви и дружбы, улыбок и радости, счастья и мира. Одним из первых декретов, подписанных Лениным, был декрет о мире. Венок к мавзолею Ленина от участников первого международного фестиваля фольклора в Москве. Не впервые Красная площадь собрала у стен Кремля посланцев различных национальных культур со всех континентов Земли. Но такого многозвучия праздничных ритмов, яркого соцветия народных костюмов еще не знали улицы Москвы.
и карнавальное шествие можно было увидеть, не уезжая на Кубу или в Китай. Эти незабываемые мгновения всколыхнули давние симпатии и чувства дружбы. Многоголосый, веселый праздник пришел на гостеприимную землю России. В старинном парке Измайлова гости фестиваля могли познакомиться с фольклором больших и малых народностей, которые живут на бескрайних просторах Российской Федерации. Из-за полярной тундры приехал в Москву на фестиваль настоящий шаман. Еще совсем недавно некоторые древние традиции народов Севера подвергались запретам. У народа ханты и манси самый главный праздник – медвежье игрище. Это искупаем мы вину за то, что отняли жизнь у нашего брата медведя. Мы не называем его по имени, мы называем братом. Приглашаем вас радостью, искусством возвратить его к нам на лоно человеческой, возвышенной, божественной жизни. Писатель Юван Шесталов бережно собирает фольклор и изучает югорскую культуру народов ханты и манси. Даже мало знакомое в России медвежье игрище, древний ритуал охотников Сибири, сегодня показывают гостям из Чехословакии. И угощают необычными блюдами, медвежатиной и строганиной. Может быть, потому и пробуют их с осторожностью и недоверием. У каждого костра свои песни и танцы. Многоцветная радуга фестивальной палитры сверкала 5 дней. И вслушивалась в разноязычный фольклор Москва. Город, в котором все звуки, казалось бы, тонут в шуме городского транспорта. И поныне подлинный фольклор сохраняется еще в далеких глубинках. Нужно ли спрашивать, что значит песня в их жизни? Услышишь, где поют, так у тебя вся кожа трепется, хочется петь. Любим и все. Вот. Работаем нам, если и работать, и как-то время проходит, не видишь как. Песня всегда спутник тех, кто трудится на земле. Здесь на празднике лета в Коломенском можно было услышать, как поют на Украине, когда ткут лен. И уборка риса отразилась в танцах народа Кампучии. А так французские крестьяне празднуют окончание жатвы.
И канадские фермеры, радуясь хорошему урожаю, веселятся, не выпуская ни острой косы, ни серпа из своих рук. У каждого народа свои обычаи и обряды. И мысли, и чувства можно выразить в музыке, в звуке. И люди поймут друг друга, где бы они ни жили, в песках Туркмении или у Великой Китайской стены. Всем событиям жизни, от рождения до смерти, человек придал образное воплощение. Некрасовские казаки прожили в Тверской 254 года. За это время они сохранили все жанры, которые были развиты в России. Былинные песни, исторические, свадебные, лирические, протяжные, духовные стихи. Сейчас задача стоит перед нами – сохранить все это в таком виде, как они принесли к нам в Россию, и передать все это детям нашим. Любовь. Одно из самых светлых человеческих чувств. Так в старину праздновали свадьбы на вольных берегах Дона. Так, живя в Турции, продолжали выдавать замуж своих дочерей гордые некрасовские казаки. Своей месточке сидишь. Нет, Сашеньке, на своей. Нет, Сашеньке, это моя месточка. Нет, Сашеньке, моя, я рядом с невестой сижу. Была, Сашеньке, твоя, теперь будет моя. С казачьей песней, с казачьими обрядами венчают молодых и поныне. У старинных храмов Коломенского закрутилось красочное колесо жизни разных народов, разных культур. Свадьба испанская, свадьба грузинская. Цыганская свадьба. Свадьба гуцульская. Что характерно в этих мудрых житейских обрядах? Доброта, с которой молодых провожают в долгую, счастливую и непростую жизнь. И не из этих ли богатых народных традиций черпает, как из родника, свое вдохновение творчество? Народные песни и народное искусство – это самая великая сила, которая обогащает духовную жизнь человека. И все, что рождается нового, это все берет истоки из того, что создал народ веками и подарил нам. Сумеют ли пронести через всю свою жизнь эти самые юные участники праздника любовь к песне и танцу, бережно сохранить народные традиции, сделать нашу духовную жизнь богаче?